Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествие с Надеждой». Мы в Сухуми и опять на машине. Поехали! И опять без монтажа. Просто посмотрим на Сухум и послушаем, о чем говорят люди. Нам на рынке. Я думала, что эти герои сейчас. Вива Мария, это Какой институт? Сухумский открытый институт. Ага. Раньше был детский студенческий институт. Агум. Сейчас я вам показывала, когда мы ехали. Там не детский сеть, а детский институт. Ну, роддом-то зачем в Бомбиле, а? Чтобы не рождались дальше. Но они что, все равно будут там. Все равно же. Ой. Будут. А ты же в этом роддоме у тебя, да, твои родились? Да, два сына. Мои два сына родились в этом разбитом роддоме. Thank you.
конечно, уставшие, как ты знаешь. Да. Купаются отдыхающие. Отдыхающие купаются, а мы... Поезда нас выкидывает нахрен. О, как раз поезд стоит, не знаю. Вы нам покажете. Нам? Я в Хазе вам покажу. Вот так. Отдохнуть надо. Что пить дальше? Эх, там живем. Что делать? Там и здесь каждую неделю. Бывает. Конечно. И благодарить. Все, что дает, за все благодарить. Я вам плакаю. Света не хватало. Благодарить все имею и плачу. И плачу, да. Я сын 30 лет. Я вот после войны, вот я рассказывал, так много было все. Комнат мало было, пока маленькие были, они давно спали, спали. Потом я видел, они выросли, он 10 класс, а потом я одевался. Разделять надо было. Потом мы тоже чуть уже начали работать, что-то там зарабатывать. Играл в армию, шел я на секунду. Все есть, короче, все отлично, и обзор, у меня там ущелье, подожди, где Киласуле. Киласуле, да. Там вообще отличный воздух, все. Он все это не ценил. Бегал туда-сюда, туда-сюда. Ага, и все плохо, да? Не так, это не так. Сейчас он в кадрах работает, он в бизнесе, вот это, прокат машин. И там все лето лето, когда там сдает, снимает машины. Ага. И там где-то комнату снимает. И говорит, где мой дом, да? У частных комнату снимает. Папа говорит, я одну ночь, говорит, вихрю в люксе, говорит. Вихрю в люксе, говорит. Ну и как, говорю, я после этого, говорит, начал ценить наш дом. Наш дом, сравнивать. У нас самая плохая комната, говорит, это их люкс. Комары, говорит, это ужас, замучили, говорит, сейчас я сегодня разговаривал с ним. Я одну ночь, говорит, вообще не спал. По-моему, вентилятор работал, как и бегает по ночи. Комаров отгонять. Вот где я живу, где у нас ты с открытыми окнами спишь, ни одного комара нет. Мы работали в Абудзера, слышали, да, Гурилевский район, Абудзера. Да. Там работали мама и папа, и я. Вот, папа из Владимировки, села, потом рядом Эстонка, немцы живут, вот. Все равно тянет, хочется в деревню вообще, ой, хочется. Да, да, только что на Владимировку ехать сюда, ну, так-то, там двоюродной сестре оставили. Куда? Все детство у нас постоянно оставалось. Ну и нас мокло тоже хорошо. А, мокло классно. Мокло вообще. Речка, конечно. А у нас Кадори. Вот там Кадор была. Была и есть Кадор, речка. Там купались все время. Мама с папой отвезут. Холодная. Мы все равно купались. Да, на лето школа, летом, когда это, ну им работать надо, они нас увозили к дедушкам, бабушкам. Мы все время во Владимировке. Так мы уже совершенно рядом с рынком. Так, как? Может быть, нам это
Вы же дальше на маяк поедете, а мы же, а мы где-нибудь выйдем ближе к рынку. Вот рынок здесь, давай. Да мы пешочком пройдем. Вот я знаю, я же и говорю, сейчас на маяк нам не надо ехать. Ну все, выходим. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Пока-пока, до встречи.